Алла, подскажите, пожалуйста, сейчас в условиях, которые вот происходят вокруг нас, военная агрессия, эвакуация людей, как дела обстоят в вашем, скажем так, магазине? Существует ли какая-то нехватка товара, ажиотаж? Как у вас с поставками налажено? Объясните нам ситуация, какая вот мы смотрим по полкам, у вас вроде как бы всего в достатке. Цены промониторили, вроде тоже они не завышены. Скажите вот. Мы работаем как, в том же режиме, как работаем, поставки есть, заявки берут, поставщики. Угу. Понедельником мы работаем, как мы работаем. Проблем никаких. Пока у нас проблем нет, да, ну вы же видите. Все. Все. Да, мы видим все социально значимые товары, да, и даже более того. Пока проблем. Спасибо вам. Пожалуйста. Хорошего дня. Меня зовут Марина, работаю в магазине «Янус». Подскажите, пожалуйста, вот мы мониторим ситуацию по городу Ясиноватая. Как у вас в магазине обстоят дела? Существуют ли какие-то проблемы? Все хорошо. Хлеб, молоко, все продукты поставляются вовремя, в нормальном количестве, никаких задержек с продуктами питания нет. То есть все нормально. А есть ли какой-то ажиотаж? Нет, все нормально, все как обычно, все спокойно скупляются. Ну, ничего такого глобального нет, все хорошо. Ажиотажа нету ни на что. Спасибо вам большое. Спасибо, пожалуйста. Thank you.